Водоканал переезжает. Офис на Казанской, 24, прекращает свою работу с 27 июня. О грядущих изменениях сообщила пресс-служба ведомства. Весь функционал офиса для физических лиц переходит на Воровского, 10. Здание находится в историческом центре города, до него удобно добираться, подчеркнули в пресс-службе. Продолжает работать и приемная на Конева, 7/6. Также открываются и новые офисы. Так, в тестовом режиме с 3 июля в работу запускаются отделы обслуживания клиентов на Орджоникидзе, 16, А в Нововятске и на Октябрьском проспекте 39 на Филейке. Адресные изменения обусловлены анализом запросов кировчан, сообщили в ведомстве. Новые офисы позволят обеспечить своевременную и стабильную работу по начислению платы за коммунальные услуги.